Здравствуйте. Очередная статья взята с сайта duiko.guru, автор, который является Андрей Андреевич Дуйко, который сейчас будет читать, называется так: «Как при помощи эзотерики управлять будущим». Итак, эзотерика и работа мысли помогают человеку изменить мир вокруг себя. Мы с помощью мышления неизбежно оказываем влияние на себя и те события, которые с нами происходят. Вселенная предлагает нам свободу воли, согласно которой мы определяем судьбу и являемся архитекторами своего будущего. Благодаря эзотерике у нас появляется уникальная возможность влиять и осознавать происходящее вокруг нас. Все в жизни происходит по принципу «о чем думаем, то и притягиваем». Думая о негативном, вы никогда не притянете в свою жизнь энергию благополучия и добра. Сфера эзотерики помогает достичь внутренний мир человека. Сфера эзотерики помогает постичь внутренний мир эзотерики, насколько он чувствует себя реализованным, энергетичным, как проявляет в себе радость, новое чувство, желание и силу жить. Он знает и уверен, что абсолютно любую проблему он сможет решить. Человек идет и делает, получает то, что хочет. Что касается внешнего мира, то ситуациями и жизненными сценами, которые происходят каждый день, то мы можем руководить, применяя эзотерические знания, как притягивать, устранять или создавать определенные ситуации, как влиять на свое окружение и самого себя. На эти вопросы вы найдете ответы в следующем видео эзотерических обрядов Андрея Андреевича Дуйко. Ссылка на это видео я обязательно скину под этим видео, что сейчас записывается. Если вы хотите научиться управлять своим будущим, то воспользуйтесь рекомендациями известного эзотерика, целителя и великого мага Андрея Андреевича Дуйко. Управление будущим возможно только в том случае, когда человек осознает и чувствует веру в то, что оно возможно. Если у человека появлялась такая вера, то он обязательно должен ее программировать. Программирование можно осуществлять при помощи слова «скоро». Если человек себе каждый день говорит «скоро у меня будет много денег», то в будущем у него будут деньги. Никогда не совершайте ошибки, говоря, что у вас уже есть деньги. Это связано с тем, что наше сознание воспринимает это как элемент утверждения, и после этого в будущем нам ничего не удается и не дается. Такой элемент утверждения создает некоторые условия в нашем сознании, при которых исчезает желание чего-либо в жизни достигать. Получается, что если это уже в нашей жизни есть, то в дальнейшем оно уже не возникает. Тогда, если вы будете использовать слово «скоро» в своей жизни, то все, что вы задумали, действительно будет. Если вы все-таки хотите, чтобы у вас это произошло, то делайте так. Перед словом «скоро» обязательно ставьте слово «ура». Таким образом, если я буду говорить «ура, скоро у меня будет много денег», то я сделаю вот что. Слово «ура» – это слово «эмоция», которая будет у меня на протяжении моего целого дня. А «скоро у меня будет много денег» – это программа, которая будет работать со мной на протяжении полугода. Как закрыть такую программу? Когда вы скажете «ура, скоро у меня будет много денег, аминь», то слово после второй запятой уничтожает первую и вторую фразу, сказанную перед этим. Если вы хотите научиться управлять своим будущим, то сделайте так. Каждое утро просыпайтесь и говорите «ура, скоро у меня будет много денег» или «ура, скоро я встречу любимого человека», «ура, скоро я найду работу, которая мне нравится». Будьте уверены в себе, не развивайтесь, стремитесь к лучшему и новому, познавайте эзотерику вместе со школой Кайлас, становитесь успешными руководителями своего будущего. Автор данной статьи является Андрей Андреевич Дуйко. Рекомендую вам пройти по этой ссылке, которую я скину на это видео, и обязательно посмотреть видео 23 обряда, эзотерических обрядов от Андрея Андреевича Дуйко. Всем до свидания. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, если вам не трудно оставить свой отзыв. Всем до свидания, желаю всего хорошего.